О, ну просто кайф! Джина, ты правда можешь исполнить любое-любое желание? Я вот новые серьги хочу. А я туфельки. Мне браслеты. Я хочу, знаешь, девчата, смотрите, загоримые визели идут. Так, девочки, это что такое? Вы время видели? На часах песок отсыпал 10, а у вас мужчина в покоях. Вообще-то я дух, это не считается. Поговори мне еще тут. Я таких умников повидала на своем веку. Тут слух прошел, что ты можешь исполнить любые желания. Правда или врут? Ну, в общих чертах, да. Женщина, вы чё? А кто же исполнит твои желания? Кто? Кто? Слушай,
А вот в любви можно немного приврать? Я бы не советовала, мой султан. Вот еще одна история. Множество торговцев приезжает в Аграбу с товарами. Из самой Греции идут караваны под предводительством купца Панайотиса. Славен тот купец не только товарами, но и ликом своим светлым, что не раз помогало ему проходить кордоны таможенные. Но вот однажды попалась ему одна очень принципиальная сотрудница. О, как!